Галатов тоже, в том числе. Вот мы об этом как раз и читаем. И в первой, и во второй главе апостолу Павлу свойственно из стиха в стих свою мысль проводить, утверждать, пока, как говорится, вода, капая капли по капле, источит этот камень неверы и камень заблуждений, чтобы привести их к истине. Значит, апостолу Павлу было верено Господом нашим Иисусом Христом проповедь среди язычников, а другим апостолам, в том числе апостолу Петру, было верено служение среди иудеев. Хотя мы знаем, что и апостол Петр тоже проповедовал и язычникам. Мы вспомним стихи, которые мы прочитали до этого, и продолжим чтение стихов с толкованием святого Феофилакта Болгарского. Скажите, когда там третья глава? Вторая глава. Вторая еще не закончилась. Вторая какой глава. Стих? С какой вторая стих? Глава. Вот мы сейчас мы прочитаем. 13 стих. Сейчас мы прочитаем. Ну, давайте прочитаем мы с какого стиха. Вот, например, 11-12. С 5 прочитаем. Мы ни на час не уступили, не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Нет, надо прочитать это еще. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне, у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. То есть это о чем говорит? Что они понимали друг друга, все апостолы. Между апостолами было понимание, что Господь сам распорядился, кого отправить язычникам, а кого отправить на проповедь к иудеям, к обрезанным. А кого не к необрезанным, к язычникам. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи также, что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Вот эти стихи мы прочитали, а теперь мы, ну, давайте вот вспомним. Значит, мы вспомнили о том, что апостолы Петр и другие апостолы, которые проповедовали иудеям, обрезанным, а апостол Павел проповедовал язычникам, они имели полное между собой согласие и одобряли друг друга в деле проповеди, потому что это дело проповеди. Господь сказал: идите проповедуйте всему миру, не только обрезанным. Хотя поначалу они проповедовали апостолу только своим иудеям, своим братьям по Ветхому Завету, что называется, если можно так сказать, среди обрезанных. Вот он говорит: только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. О каких нищих речь идет? Кто может вспомнить, о чем это речь идет? Что за нищие? Те, которые у нас... И мы должны понимать, о чем речь идет. О каких нищих? Да потому что многие в Иерусалиме из уверовавших были лишены своего имущества неверующими иудеями. Они были лишены, потому что как бы в наказание. Вот вы веруете, отреклись от нашего ветхого, от старого, от ветхого нашего завета, и теперь вот вы стали какими-то особенными, поклоняетесь какому-то там плотнику. И лишили их имущества. Так вот, апостол Павел проявляет о всех нищих, и в том числе об этих обиженных и униженных иудеях.
братьев. Об убранных. Да. Когда же Петр пришел в Антиохию, то лично противостал. Ну и в прошлый раз, помните, мы говорили о лицемерии. И вот здесь мы стих вспоминаем, да, вот сейчас только что мы прочитали. Что Бог не взирает на лица. То есть Господь-то, Он не лицемерит никогда. Не мерит по лицам нашим. А вот я вас призываю, потому что мы всегда должны помнить, что Слово Божие, оно живо и действенно. Оно для нас должно быть написано, это послание апостола Павла Галатам, оно в том числе и к нам написано. Каким образом? Вот если не лицемерить, так нужно жить, значит, по правде, нужно по-божественному мыслить, потому что мы созданы по образу и подобию Божию, мы должны подражать Иисусу Христу во всем, в том числе и в нелицемерии. А то мы меряем на лица наших родственников, мы хотим угождать им. Вот я разговаривал вчера с братом Борисом, который является моим как бы подопечным. Я сожалею о том, что его рано крестили, потому что, когда ему задавали вопрос на церковно-приходском совете перед крещением, свободен ли ты от своих ближних? Свободен. Ну какой же он свободный, когда его в субботу, я ему вчера звоню, ну я же сказал, что я пока не буду ходить на занятия в субботу, вернее, на службу в субботу. А служба, литургия начинается с субботы. Что значит пока? Выясняется, что кроме того, что он помогает жене, ну я понимаю, помогать жене, ну что она, лежит постом, что ли? У нее там семеро по лавкам. Но я в этой ситуации был, у меня двое детей было. Я их с собой брал и тащил в храм. И в субботу, и в воскресенье. Один, сам. Не может жена, ну пусть она готовит тебе и детям обед, а ты пришел и рассказал, что было на службе, а она приготовила, раз она не хочет идти или не может идти по какой-то причине. Объективной или субъективной. Так еще, кроме того, он боится, что родители его, видите ли, боятся, что он попал в какую-то секту. Угождает родителям, что он не хочет скандалить с родителями. То есть родители не знают, что ли? Да почему он знает? Он говорит, я показывал им ролики, убеждаю. Но вот пока, а сколько пока? Да это сатана будет это пока растягивать тебя до вечности. Вот это будешь ли, это и есть лицемерие, то, о чем мы говорили. Да. Ну вот у него, как бы он только у нас, только он покрестился. Он новообращенный, да? Новокрещенный. Но дело все в том, что у нас и другие не приходят, которые даже и, ну вот, и про других сказать можно. У них никто их ни в чем не держит по воскресеньям. Но они тоже не приходят. Они пример для него. Они пример, вот именно. Но пример-то тот, кто поручитель Виктор Андреевич. Ну почему? Она правильно говорит, сестра, что он может сослаться, а вот другие тоже не ходят. Молодых братьев совершенно нет. Можно вопрос? Да. Когда я пришла в церковь, я вот первый вопрос, который я задала Игнатию Тихоновичу, я говорю, обязательно ходить на вечернюю службу? Он мне сказал, нет, не обязательно. Что? Игнатий Тихонович такое сказал. Ну, Надежда. Виктор Андреевич, это совершенно противоречит тому, что Игнатий Тихонович говорит постоянно о том, что нужно ходить в храм на богослужение вечером, в субботу. Я не верю твоим словам, Надежда. Не верите моим словам. Потому что это совершенно противоречит канонам. Ты же знаешь прекрасно, что литургия начинается вечером. И был вечер, и было утро. Литургия начинается когда? Вечером. Это идет подготовка. Это... Да, батюшка, там написано даже, литургия. В таком случае надо крюками, большими железными крюками всех тащить на вечернюю службу. Игнатий Игнатьевич говорит так, кто не ходит. По канонам, если ты не был 2-3 воскресных богослужения, имеется в виду литургия, без уважительной причины. Воскресных. Да, отлучается. Вот. У нас так и делают. Он часто говорит, а у нас, говорит, эти ищут, ага, вечером нет, а утром пришел. Он под канон не попадает, этот человек. Под канон церковный, но под канон совести своей должен попадать. Это дело совести, действительно. Если тебя совесть обличает, что ты не ходишь, значит, ты грешишь. Если... Как она не может обличать? Я, братюшка, за столько... Ну, вот она ее не обличает, поэтому она заступается за такие. Я не заступаюсь, я говорю то, что... И за себя в том числе. Я говорю то, что у людей разные бывают обстоятельства. Не уклоняйтесь. Вы сейчас вот начинаете спорить, ни на чем, время теряете.
Батюшка, значит, можно не ходить в службу. Ну, давайте мы не будем ходить в субботу вечером на службу. Да я-то давайте я не буду, я буду приезжать на воскресенье утром. Ну, хорошо, давайте так будем легче делать. Будет. Правильно. Давайте. Давайте. Надо идти. Но многие, кто-то в этот день работает там или что-то где-то не может. Мы уже так это на это не сильно. Ну что, давайте, если будем как-то так уже, как репрессивными мерами. Да не репрессивными. Кто? Вот как раз это разве слово, это репрессия? Мы увещевать слово обличение. Увещевать, вот мы увещевать. Вот, когда они здесь, когда их нет, что об них сейчас говорить? Их нет здесь. Да есть те, которые здесь тоже присутствуют. Да кто такие здесь? Ну вот сейчас только Надежда. Она почему возникла-то? Потому что тоже не приходит. Потому что тоже дела, тоже огород. А у меня огорода нету, что ли? А у меня дела есть всегда. У нас есть церковь Петра и Павла на Южном. Мы ходим туда с мужем, когда у нас нет возможности приехать сюда. В субботу ходите, каждую субботу? Не каждую. Когда сюда не приходите? Не каждую. Ну так вот, потому вот об этом разговор. Потому что ситуации бывают разные. Закон совести, это вот мы будем говорить о нем. Врата небесные, это опять, знаете, вход во врата небесные можно расширять, а можно осужать его до бесконечности. Это опять речь идет об осуждении. Вы залезаете внутрь. Я тебя осудил, что ты не... Не меня, а Бориса. Я вообще говорю, что если мы вот так будем рассуждать, мы начнем осуждать абсолютно всех людей, которые не приходят. Я не осудил никого, Надежда, не путай кислое с пресным. Я только обличаю. Это разные вещи. Такое, что мы... Ты постоянно начинаешь адвокатствовать. Ты тут, не туда, не в ту сторону. Обличать, когда он был, его бы как-то оставить, если обратно. Я обличил его и в том числе. А говорю об этом, потому что все так же делают. Что нет, родения к этому нету. Когда вечером мы видели, мы можем многих по порядку брать, там у нас наберется до 20 человек, которые постоянно вечером не бывают на службе. Не один он, а который уже, он-то ладно, новообращенный здесь еще. А другие, которые старые тоже, просто не ходят вечером. Ну что, после работы уставшие, мы не можем там и прочее. Пришли, пришли, слава Богу, что вы хоть пришли. Читайте дальше. Можно вот сказать, а? Да. Вот иногда, правда, тяжело, и не хочется даже идти-то как бы. А думаешь, ну как же, батюшка за столько километров приезжает, и служба ведь ради нас приезжает. Как не пойти? Вот, понимаешь, а иногда и сил нету. Вот у меня сколько раз было, а я все равно пойду. Вот пересилю как-то себя, да хромаю, но приду. Вы знаете, Господь дает силы какие. Да, конечно. И потом служба ты... такая в радость прямо пройдет. И идешь потом нормально так. Так совесть твоя тебя успокаивает. Твоя совесть спокойна, во-первых. Во-вторых, ты сделал то, что необходимо сделать. Ты не оголил церковь Почему? Свою, матерь свою. Ты не сделал так, да без меня обойдутся. Я угожду, сделаю в угоду кому-то. Вот это и есть лицемерие. Вопрос задавать лицемерие, ты как сам не лицемеришь. А осуждения здесь не было никого. Я никого не осудил, не сказал, что ты погиб. Не приговор, не вынес, и все. А обличать мы должны друг друга. Обличать это с кротостью, значит, а не с раздражением. Если бы... От кого исходит это раздражение? Как часто других мы обвиняем в том, чем сами более повинны. Ты сам такой, короче. Во славу Божию. Я сегодня тут вам стал, какие уста, имейте уста Христовы. А вы тут подумали, мы ему говорили, ты говорит там. Нет, бесовская да, сила делает, что он что говорит, да разве может так быть? Кротко ответил. Вот именно что кротко. Помолчи. Надо кротко говорить. Кротко. А где у тебя кротость? Объясни. Он не кротко, а ты кротко. Ага. Кроткая нашлась. Да я не ему сказала, вы не поняли. Это поговорка была такая в нашей молодости, вспомните, вот в 70-е годы. Чуть что сразу, ты сам такой. Это поговорка, просто меня не будет. Я не Виктор Андреевич, это зачем поговорки неверующих? Все, все, все. Прости, Господи. Успокойтесь. Мы не поняли. Все. Ну что, остается только каждому воззвать к своей совести. И все, конечно, больше. Дело, но простите ради Христа, но я постоянно буду говорить об этом, потому что я должен говорить. И каждый из нас должен говорить своему брату или сестре. С нежностью. Yeah.
будьте братолюбивы друг друга с нежностью. Особенно вот тогда это обличие. С нежностью говорить, зачем ее вырезать? А Христос отличал саддукеев, там фарисеев. Всегда спокойно, ты говоришь, ну что вы, фарисеи, зачем вы? Да-да. Дом отца моего сделали, домом торговым. Батюшка, это Ветхий Завет был. Вот так, вот. Ну, в Новом Завете написано. А Христос прямо в Ветхом Завете. Будьте, брат, любил друг друга с нежностью, почтительности обличать. В Новом Завете там, он же, это, в Новом Завете Христос-то пришел. Нет. Выгонял, когда из храма еще Ветхий Завет был, все нового не было. Так они были хорошо. Люди ветхие, с ними по-другому нельзя было. Только веревку выгонять. Ну. Нет. Христос во всем оставлял пример. Он сколько раз разгневался? Один. Только в храме. А так его смотри, что там делали на него, обзывали, там его это, искушали. Нигде он, а ты что меня искушаешь? Сам-то ты какой еще? Пошел отсюда. Поговорку вспомним сразу. Ты где же этого не говорила? Ну, конечно. Сегодня читал, он дьявол подошел, как его искушал. А он ему кротко отвечает, а написано, говорит. Тут опять ему, а написано. И что, я отошел лукавый от него? А написано. Они сказали, да кто ты такой еще мне это? Да... Сгинь, нечистый от меня. Ну, потому что, когда вот так говорят, ну, с раздражением, вызывает только протест, больше ничего. Ну, вот. А если говорить, а ты в это время бы наклонила голову, ты просила, Господи, Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешный. Да и все. Помолчал, и еще. Когда я готовился, вот здесь вот, вы убирали посуду, а я готовился там, ну, прочитал несколько стихов, и думаю, надо сказать про брата Бориса, ему я уже сказал, но вот мы вот в лицемерии, вот мы об этом говорили, что мы на лице своих ближних меряем себя, свои поступки, свои дела и свою веру в том числе. И думаю, вот сейчас скажу, вот кто из наших противостанет, кто сразу? Ну вот тот противостал, у кого сразу. Вы меня кто еще, конечно. Да? Вот молиться надо о своем спасении и о спасении ближних, и о кротости своей прежде всего. Аминь, правильно. Давайте, читайте дальше, братья. Да. Дальше читаем. Значит, 13 стих. «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи так, что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Это самый распространенный порок, и его, от него нужно избавляться. А Господь не лицемерил, Господь всех наставлял на истину. Невзирая на лица. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейским? Толкование. Ибо не смущайся этими словами, не в осуждении Петра говорит он, это, а ради тех, которые могли получить пользу, услышав, что и Петр подвергся обличению за приверженность к закону. Зачем же вам-то его держаться? Ибо с этой целью он и обличал его тогда перед всеми, чтобы они устрашились, слыша, что столь великий человек подвергается порицанию и не может возразить. Евсевий же говорит, что подвергся обличением со стороны Павла не великий Петр, а другой какой-то Кифа, один из 70, и в подтверждение этого указывает на невозможность, чтобы тот, который уже прежде защитил себя по поводу произведенного им соблазна разделением трапезы с Корнилием, снова мог подвергнуться такому обличению. Но и мы не говорим, что Петр подвергся порицанию от Павла за незнание своего долга, а что он добровольно подчинился осуждению, дабы и другие исправились, только что не вызывает ко всем не взывает ко всем Павел, подражайте учителю вашему, вот ведь он иудей, а вкушал пищу вместе с язычниками. Это все цитата. И заметь, он не обвиняет его, ты худо делаешь, соблюдая закон, тоже цитата в кавычках как бы, но обличает за собственных учеников из язычников, что он принуждает их обрезаться и жить по-иудейски, ибо в таком виде слово это удобнее могло быть принято. Я все-таки вот еще вернусь к этой теме, которую мы еще продолжаем. Из своего примера я могу сказать, насколько я, может быть, теперь я и впадаю в грехи человекоугодия и лицемерия, но было время, когда дети у меня были маленькие, я тоже должен был
заботиться о них, о семье. Тем не менее, я шел на службу и вечером, и в субботу, и в воскресенье, и постоянно это ходил. Я знал, что это обязанность на мне. Жена противостояла, она уходила, она убегала из дома. Она меня всяко там до рукоприкладства доходило дело. Но теперь-то я вижу плоды того, что я не шел, не советовался с плотью своей. На компромиссы не шел. И теперь я вижу, как и родители ее уже по-другому смотрят на все это. И что она теперь? Она теперь одна из ревностных христианок в общине отца Николы. А можно я это, да, пока батюшка здесь? У них когда престольный праздник? Такой Покровский? Да, Покровский, батюшка. Я хочу вот это, мы при всех покаяться. У меня такое вызывали меня в полицию. По поводу там, ну, заявление было, я написала заявление, там пропала печка-то, это, говорят, что нашли, бабушки там пришли, я пришла. Ну и получилось так, что они действительно сказали, что мы людей нашли, за 3 дня человека нашли, который украл, но печки вашей нету. Я думаю, слава Богу, хоть ее нету, думаю, не надо было мне подавать. Печка буржуйка такая, круглая вся, литая, чугунная. Ну и я это самое думаю, слава Богу, они вызывают, завтра придете, в пятницу утром я прихожу. Прихожу, они там берут у меня все это, показания. А потом этот заходит, старший, говорит, это он подполковник, говорит, знаете, вы скажете, что печку вы купили 2,5 года назад. Я говорю, я вообще ее не покупала. Это лет 50, может, дед купил назад где-то. И он ушел. Но я сижу, думаю, нет, я сказала, говорю, да пишите, что хотите. Это он говорит, да так, мы напишем, это уже это, не ваш вопрос. Я говорю, ну пишите, что хотите, уже это ваш вопрос. Так. А потом сижу, когда он уже ушел, а этот печатает, а я сижу, говорит, сейчас, говорит, вас вызовут, тот так будет протоколировать. А я сижу, совесть обличает. А я говорю, нет. А я меня будет сейчас спрашивать, я же еще нигде не расписывалась под этим. Что это, я говорю, я верующая, я не могу лгать, я не скажу, что, ну, не буду так говорить, что 2,5 года назад. Он посмотрел на меня, говорит, а раз ты сказала, вот уже при свидетелях, значит, ты уже это должна это сказать, да. Я говорю, ну, тогда я ухожу, я не буду говорить. Потом вышла, пол тут мыли, я вышла, стою, думаю, Господи, как же мне это. И раз как-то мысль такая, проходит этот подполковник-то, а я думаю, вот, а я промолчу. Или да, или нет, я не буду говорить, я промолчу. И подписывать не будешь. И подписывать не буду. А потом, эти самые, когда она стала, я говорю, знаете, я говорю, это мне сказали, это не мое желание вот так записать. Она соскочила, побежала, убежала, говорит, он сказал, да пишите, это наше желание, не ее. Чтобы там как-то им там сделать так, чтобы, а то потом вообще, ну, как-то не проходит там по всяким этим параметрам у них. И знаете, и тут приходит мужчина, эту женщину вызывает, которая меня протоколирует, говорит, я вам привез печку. Печка нашлась-то. Я говорю, все, я забираю документы. А она говорит, нет, вы подали заявление, уголовное дело заведено. Единственное, сейчас вы напишите отказную, что вы не это самое. И я написала и расписалась. Думаю, ничего, спасение, как от Бога-то. Спасение мне пришло, чтобы я не солгала-то. Да. Вот, я думаю, ну то, ничего. То, что нужно будет просто быть верным до конца, да, невзирая, да, на какие-то, да, обстоятельства. Я думаю, вот верующая, сколько лет, и я такая вот овца еще не путевая, такое, я говорю, сказала. Он говорит, ну, женщина, что вы наговорили-то, тут не себя бабушкой не называют. Сомневающийся подобен чему? Волне. Это первое. Второе, взявшийся за облук, ты оборачиваешься назад. Ненадежен для Царствия Небесного. Вот мы оборачиваемся на всех, лицемерим. Да. Были такие-то. Ой-ой-ой. Помню, я там посидела. Дальше. 15 стих. Мы по природе иудеи. А вот к 13 стиху. Да, к 11-12 стиху здесь параллельное место. Деяние 11, 1, 3.
Услышали апостолы, братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, что ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Ну, это параллельное место. 13 стиху параллельные места. Мы сейчас прочитали 13 стих. Вместе с ними лицемерили и другие, и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Параллельное место 1 Коринфянам 15:33. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Ефесянам 4:14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. А он настолько лукавый, он настолько мудрый, он тебя так разжалобит, так разжалобит, что ты прямо будешь расстилаться перед своими родственниками, перед кем угодно, забывая о главном, о том, что спасение. Ты когда будешь верен, и когда будет взирать на тебя, что ты верен, крепок, тогда и крепкая вера будет у твоих ближних. Далее. 14 стих. Мы прочитали. 15 стих. А, вот к 14 стиху по параллельным местам. Но когда я увидел, что... Это там 14 стих. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? 1 Тимофея 4:3-5. Запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. И 1 Тимофея 5:20. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Деяние 10:28. И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечестным. Римлянам 14:14. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. И 15-16 стихи. Мы по природе иудеи. Кто-нибудь открой, дай открой, пожалуйста. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Короткий стих, ну и толкование-то такое же короткое. По природе, то есть не прозелиты. Кто такие прозелиты? Те, кто из язычников, да, обратившиеся. Не иудеи, а родившиеся от отцов иудеев и воспитанные в законе, но мы оставили привычный образ жизни и прибегли к вере во Христа. И 16 стих. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. О каком законе речь идет? О Ветхом Законе, конечно. Да и здесь-то, и в Новом Завете, в Новом Законе-то мы тоже, что вера наша без дел мертва. Не просто знать, веровать, а нужно еще и сотворить дела достойные. Параллельные места к этим стихам, 15-16. Ефесянам 2:11. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Ефесянам 2:12. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. То есть параллельные места какие? Ефесянам 2 глава,
11-12 стих. И дальше Ефесянам 2 глава, 3 стих. Все, благословите вас. Бог благословит. Бог благословит. Ангела-хранителя, батюшка. Спасибо, что храни Господь. Дальше, Тита, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». 2 Петра 1.1. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Как Симон Петр говорит об апостоле Павле. Видите как? Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа. Он так говорит об апостоле Павле. Деяние 13.38. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него, большой Бог, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. И Галатам 3 глава, дальше мы будем еще читать ее. 3 глава, 22-24 стихи. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А как написано? Всякому однажды надлежит умереть, а потом суд. А суд? Да, потом суд. Но суд-то воскреснет. Надо воскреснуть, но суд. Нет, именно вот это обетование, это верующим, что заключены под Писание заключало всех под грехом. А потом уже дал Господь, конечно, освобождение от этого. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. Еще раз 16 стих. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Есть какие-то рассуждения по этому стиху, вопросы, примеры из собственной жизни, примеры из жизни своих ближних? Несколько, как бы, чуть отвлечемся от читанного. Я хочу рассказать вам о брате Сергее Козлове, который в Воронеже проживает. Прошу ваших молитв святых, потому что искушения там серьезные. Господь как бы вот испытывает его, наверное, несмотря на то, что уж сколько испытаний он прошел, и все еще, и Господь как в горниле его тоже испытывает, и его маму. Потому что они готовились как бы к крещению там вот, будучи в деревне, в этой большой трещевке, в 30 километрах от Воронежа. Но получилось так, что вроде как и священник уже был готов, согласен был. Но у него поднялась температура до 39, он несколько дней был в этой температуре, и вот было отложено. И так вот опять не получилось там. Они сейчас вернулись опять в Воронеж. В Воронеже они вместе с мамой похоронили папу, да, в квартиру вернулись они. Вот. И тут опять начинаются вот как бы такие трения, волнения. Значит, его крестить полным погружением не представляется возможным, но обливанием возможно, и в данном случае это равноценно будет, и по канонам совершенно однозначно. А вот что касается мамы, то пока нет емкости, в которой... То есть вот он мне пишет, что негде маму погружать, не в чем. Но это вот тоже, вот как бы, ну, при желании это всегда можно найти бочку, там, какую-то емкость, купить, привезти. Это просто вот нужно храм проявить храм желание храм такое, и все. Я вот... Что, обязательно прямо вот только вдвоем? Ну, не обязательно, просто... Нет, он покрестился. Да, просто там уже другой вопрос. Ну, а мама, она сюда поедет?
А там кто будет из священников ее крестить полным погружением? А там есть храм, храм это есть, там разве не крестят? Да нету, ну не крестят там так же, как у нас в Барнауле. Есть купили, но крестят? Крестят. Не крестят. Крестят. Нет, надо кто просит, тот крестят. Ну так сколько нужно проявить? А кто будет проявлять? Две недели только походить на занятия там и все. Чтобы потом крестили. Юлия Степановна, ну слава Богу, что у нас стали делать. А там, думаете, это делают? Я, допустим, накрестили полное предпринятное погружение. Ну хорошо, ну, слава Богу, взять. Да. В монастыре здесь, да. В женском крестили. Слава Богу, ну так это после скольких убеждений и желаний, проявления своего собственного желания. А кто, Сергей, что ли, пойдет? Мать. Или мать, она от него не может отойти. И кто, дочь его пойдет, внучка пойдет за нее ходатайствовать? Кто пойдет? В принципе, это самый благоприятный момент. Я хочу вас призвать на молитву, что надо использовать этот благоприятный момент. Господи, когда батюшка будет приедет и будет крестить его, одновременно крестить ее, его, и ее тоже. Да, да. А батюшка-то наш заедет туда к ним? Ну, собирается, да, 12 числа быть там. А если вот это возможно, если батюшка бы, допустим, в храм, где есть купили, наш батюшка же может там? Покрестить, совершить крещение. Да нет, конечно. Нет. Ну вот он бы пришел в чужой храм и стал бы крестить. Ну вы о чем говорите? Ну а другие батюшки ну, могут совершить. Какая разница? Просто надо кому-то за него побежать. Я вас призываю к молитве, чтобы эта неразрешимая, вот такая вот неразрешимая проблема, она могла разрешиться. Емкость эту обязательно можно вполне купить. Я уже вчера сел в интернет, зашел, несколько часов потратил времени на то, чтобы в Воронеже найти, где можно купить бочку, емкость, металлическую, там, деревянную, какую угодно. Квадратная. Там и по 200 литров есть бочки. И... Что? Можно же вполне это сделать. Есть пластмассовые емкости, емкости пластмассовые. Они продаются, вот когда едешь, я езжу на сад, и там, где, знаете, за СВ. Да везде их можно продать. Нет, подождите, что смешного-то? Они стоят вот на такой возвышенности, примерно вот высотой 3-4 метра, и они на этой возвышенности стоят, и написано «емкости любой». Под воду, под молоко, под керосин. И такие большие, я думаю, да, для крещения это эту емкость. Туда раз, налил воду теплую и крести, да? Освети, и все. Конечно, конечно. Это вообще не надо тяжелую, не надо железную, не надо литую. Давайте возьмем и пошлем. Да вот там везде эти емкости есть. Надо прямо с батюшкой посылать. Ну, отдельное купе. Они не войдут ни в одну ни в один дом, а только в церковь войдут. Нет, они примерно есть. Два на это. Зачем он-то повезет? Они там есть тоже. Я говорю, ну она любая такая большая церковь, емкость, она в дверной проем не пройдет никак. Это где-то на улице надо это все. Нет, есть узкие, высокие, всякие. Да есть. Это просто проявить желание. Написано, если не устраивают размеры, мы вам это. Кто хочет, ищет возможность. Да, да, да. А кто не хочет, ищет оправдание. Да. Это всегда так. Замечательные слова сказаны сестрой. Определение это всегда дьявола идет, поэтому и тут чисто. Ну вот одним словом, я вас призываю на молитву, чтобы Господь помог в этом деле. И батюшке помог, потому что я считаю, что это даже больше нужно батюшке и отцу Иоанну, чем... Да. Вот больше даже. Если не столько же, я сказал бы даже больше. Ну, не буду говорить почему. Такого этого, да? Потому что я имел беседу и знаю, что нужно это. И отцу Иоанну, и батюшке нужно, и Сергею нужно, и Татьяне Ильиничне нужно. Я уже ему говорю, Сереж, смотри, сколько на тебе завязано всего. Ты потрудись на этом. А то... Бог ждет. Да. Ждет. Вот. И, кстати, расскажу о чуде, которое было у Сергея. Вот когда приехали его отца... друзья, так называемые, собутыльники по гаражу. Вот. Ну, пивко там они попивали вместе там по гаражам. Вот рядом там были гаражи у них. И вот трое из них приехали как бы попрощаться или попроведывать, скажем так, умирающего раба Георгия. Вот. Ну и поговорили там, сколько они там минут у него побыли, не знаю. И зашли к Сергею как бы прощаться тоже с ним, или поприветствовать его. Ну а Сергей лежит и думает, ну, рассказать, не рассказать им о Боге. Ну, говорить или не говорить. А потом думает, а что, я их уже больше и не увижу. Ну и стал говорить.
И эти несколько слов, хотел сказать несколько слов, а эти несколько слов растянулись на полтора часа. Один из них был более трезвым, потому что он был за рулем, а других шел перегар пивной. Но они, понурив голову, стояли эти полтора часа, выслушали все, что он говорил, задавали там вопросы, не знаю, или не задавали, но когда вышли из комнаты Сергея, они к маме Татьяне Ильичне говорят: да, Сергей, ты нас наставил, научил нас жить. И в эту ночь этому самому трезвому явился Бог, ну, Бог или ангел, ангел явился, да, и говорит: тебе надо покаяться, и нужно нести проповедь. И он на следующий день пошел и стал говорить проповеди. Представляете? Да благослови его Господи. А зовут его Георгий тоже. Юрий. Да. Так что, чтобы он укрепился в вере. И чтобы Господь и Сергия тоже укрепил. Потому что мало того испытывать вот эти телесные страдания, да, но он еще испытывает эти и страхования бесовские. Это тяжко. Да. Когда они являются и начинают его мучить. Понимаете? И чтобы Господь его избавил от этого. А для этого нужно принять крещение, как положено. Он не пугает его. Это первое. Второе, вот эти соблазны тоже, то проявляют колебания тоже в этом плане. И в отношении мамы, и в отношении себя. О чем говорит теперь, что более близкого человека, чем мама, у него нет. Ну, конечно. Ну, а кто еще ближе? Кто уже 13 лет, 14-й год уже он лежит, она с ним. Только благодаря ее рукам и Божьим чудесам он жив еще, и он нам нужен, каждому из нас. Потому что мы, видя его, просто когда прикасаешься к нему и говоришь с ним, то вот шелуха много отпадает от тебя. Ты становишься чище, приближаясь к нему. Да. В скайпе общаетесь? Да. Ну, я был у него, я же... Нет, я вот сейчас уже разговаривала, да, уже, да, в скайпе. Вот так. Да поможет им Господь. Иметь это истинное православное спасительное крещение из рук истинного священника, глубоко верующего. Дальше. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? И сразу же отвечает: нет, то есть никак. Толкование. Мы старались обрести, говорит он, оправдание во Христе, оставив закон. Как же вы говорите, что грешно оставлять закон? Ведь выходит, что в такой грех ввел нас Христос, так как ради Него мы оставили все законное. Таким образом, Христос, как вы говорите, не только не оправдал нас, но даже сделался для нас виновником большего осуждения тем, что убедил, как отступить от закона. Доведя речь до нелепости, он не имел уже нужды в подтверждении, но удовольствовался одним отрицанием, что обыкновенно всегда он делал в предметах вообще спорных. То есть он задает вопрос и тут же отвечает, потому что, ну, ответ, всякий ответ прочий, он будет совершенно нелепым. Конечно. И поэтому он одним словом отвечает на свой поставленный как бы риторический вопрос. Никак. То есть совершенно... Другое будет нелепым. Далее, 18 стих. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. То есть, если мы возвращаемся, как пес на свою блевотину, к своим прежним грехам, то мы созидаем то, что разрушили. От чего отказались, что разрушили, а потом опять созидаем.
заметь его мудрость. Они говорили, что нарушающий закон есть преступник, а он, напротив, показывает, что соблюдающий его есть преступник. Идущий не только против веры, но и против самого закона. Ибо сам закон привел меня к вере и убедил оставить его. Впереди его, как бы это абсурдно ни казалось, но такая фраза. Ибо сам закон привел меня к вере и убедил оставить его. Ну, в принципе, как бы, вот мы всегда должны помнить, что закон-то он как бы не отрекается от закона. Христос говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить его в большей степени, исполнить его в превосходной степени, исполнить его настолько превосходной, что это даже не всегда достижимо, что мы должны приложить многие усилия, чтобы его исполнить. Если там говорилось, что око за око, зуб за зуб, а здесь говорит не убей. А я говорю, благословляйте проклинающих вас. Если там говорилось, что не имей ни вала, ничего другого не полагай, да? Ни на что, глаз свой не клади. А здесь, то, посмотревший на женщину с вожделением, уже совершил в своем сердце своем. То есть все в высшей степени. Он закон-то, тот, как бы его устранили для того, чтобы исполнить еще более совершенный закон. Впереди он указывает на это, а теперь пока говорит, что закон пристал. Это мы засвидетельствовали тем, что разрушили его, отступив от него. Итак, если бы стали мы усиливаться восстановить его, то оказались бы преступниками, восстанавливая то, что разрушено Богом. Бог сам, Господь, разрушил этот закон, Ветхий Завет. Хотя, вот мы, сатана настолько мудр, что он нас тискает то из одного, и другое. Если нам подходящая ситуация, да это Ветхий Завет. А если мы что-то привлекаем из Ветхого Завета, так это же, мы же теперь в Новом Завете. Мы должны теперь по-новому жить. Это он набивает. Все, а мы должны идти какой? Золотой серединой, царским путем должны. Не отвлекая, не отстраняясь от того, что было в Ветхом Завете, и приходя к более совершенному, к новому. Потому что они взаимопронизаны. Искать лазейки. Искать нужно способы, как бы исполнить этот закон, более совершенный, данный Иисусом Христом. Далее, 19 стих. Законом я умер для закона. То есть по этому закону он умер. Если исполнять его, то будешь мертвым. Чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу, говорит апостол Павел. Толкование. Объясняет, каким образом он оставил закон. И говорит, посредством закона благодати и Евангелия, я умер для закона Моисеева. Или умер, говорит он, для закона посредством закона. То есть сам закон привел меня к тому, чтобы более не соблюдать его, приведший меня ко Христу посредством Моисеева и пророческого слова. Вот почему мы должны изучать Ветхий Завет. Потому чтобы знать, каким путем мы пришли через посредство Моисея и пророческого слова к Новому Завету. Вообще предысторию Нового Завета. Да. Поэтому если я опять стану соблюдать его, опять нарушу его. Или же таким образом, двоеточие, закон повелевал не исполняющему его предписаний наказывать и убивать. А так как он не мог быть выполнен, то по силе его я подвергся смерти. Посему, да не повелевает он мною, как уже умершим и душевно, потому что согрешил, не будучи в состоянии исполнить дело закона, и телесно, поскольку это зависело от осуждения законом. Как же после этого я буду еще держаться того, который умертвил меня? Чтобы кто-нибудь не сказал,
как же ты живешь, когда умер? Он говорит, что хотя закон умертвил меня живого, но Христос, обретший меня мертвым, оживил меня, мысленно сораспявшегося ему и умершего с ним через крещение. Аминь. Как здорово сказано. Чтобы кто-нибудь не сказал, что же ты живешь, когда умер? Он говорит, что хотя закон умертвил меня живого, но Христос, обретший меня мертвым, оживил меня мысленно сораспявшегося ему и умершего с ним через крещение. Что сегодня мы наблюдали? Через крещение. Сугубое чудо, двоеточие, оживотворил мертвого и оживотворил через смерть. Вот это, вот над этим просто стоит размышлять и достаточно долгое время размышлять. Просто вот так себе оставить эти слова и размышлять об этом. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Толкование. Словами «я сораспялся Христу» указал на крещение, а словами «уже не я живу» – на жизнь после сего, через которую умирает наше тело. Дальше цитата. «Но живет во мне Христос». То есть в нас ничего нет, что не угодно Христу, но Он не совершает в нас, но Он все совершает в нас, управляя и господствуя. И наша воля умерла, а живет Его и управляет нашей жизнью. То есть живет в нас теперь воля, должна жить. Живет ли это еще вопрос, живет ли у нас Его воля? Это большой вопрос. Часто все-таки наша воля, она выше. И начинаем себя оправдывать свои дела. И как это постоянно? Да, виноват, грешен. И тут же «но». Большое такое «но», жирное, двоеточие. И начинаем перечислять. А вот так, да вот потому, да вот такие условия, да иначе я не мог. Мог, я все могу, укрепляющий меня Иисусе. Да. Перед этим, пока мы сидели там полтора часа ждали, сидят два этих следователя. Один в компьютере, там что-то другое это. Я сидела там, читала это с Иисусом, или тихо, потом это. Подхожу. И я говорю, вот вы молодые люди, вы ничем таким не заняты, что я вас отвлеку? Они говорят, нет. И я им подала визитки. Визитки наши. Я говорю, вот я вам даю визитки такие-то. Они, не-не, один, а второй так устроил. Не-не, вот так тоже. И все этим закончилось. А когда уже тот второй ушел, я задала вопрос, который я вам рассказала. И потом тут мы вышли полтом, и он заходит и со мной сидит, а потом говорит, конечно, я вам неправду сказала, но я часто это делаю, когда я рассказала про все вот это, что мне нельзя, вот я же неправду сказала, и я не буду это подписывать, но не буду это с этим соглашаться. А он потом говорит, а вы знаете, мы в эту субботу крестим, у нас сыну 5 месяцев, мы его крестим. Я говорю, как вы крестите, вы же сказали, что вы неверующие. А он говорит, это я неправду сказал. Вытаскивает мне крестик. На крестике этот самый, вот такая иконка маленькая Иоанна Богослова. Ой, не Иоанна Богослова, Николая Чудотворца. И говорит, я говорю, ну тогда жена у вас тогда верующая. Он говорит, да, это желание жены, но я не против. Я крещенная. Понимаете? Вот как повлияло на него то, что я рассказала. И он давай уже мне объяснять, что он тоже верующий. Но он так, я часто много говорю. Это пример, что нужно проявлять твердость в вере своей, да, и действиях, и делах своих. Я про Солженицына еще сказала, когда Солженицын за Бога спрятался, когда его сказали, будешь ты доносить, ты будешь вот тем-то, тем-то. А он говорит, а я не могу, а почему ты не можешь? Он там, я верующая, мне нельзя это делать. Я говорю, вот и Солженицын так же, вот, и мне тоже нельзя это делать. И на него это подействовало, понимаете? И он мне все эти, все рассказывает, и давай мне сам рассказывать все. А визитку взял?
А я говорю, а визитку-то возьмете? А он говорит, а я запомнился, это же. Mm-hmm. Он сразу, он видно, что ему ну, все следовательно. Да. Моментально. Mm-hmm. Друг на друга доносят, видно, нельзя там придумать. Что-то бывает. Так, мы толкование читаем на 20 стих, да? И наша воля умерла, живет Его и управляет нашей жизнью. Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в законе, и умер для закона, то я не могу ничего соблюдать из закона. То, что я сказал о духовной жизни, но и чувственную жизнь ты найдешь во мне, сущую от Христа. Ибо и закон, нарушаемый, всех подверг греху и наказанию, и ничто не препятствовало, как во время потопа, всем погибнуть, как преступникам. Но явившийся Христос избавил нас от осуждения, оправдав своей смертью. Так что и это самое, жизнь чувственную и плотскую, мы имеем через веру во Христа, веру, оправдывающую нас и избавляющую от осуждения. Хотя Он за всех предал Себя и всех возлюбил, но Павел, размыслив, от чего освободил нас Христос и что даровал, и возгоревшись любовью, любовью общее приписывает себе, как и пророки, говоря: «Боже, Боже мой!» А вместе с тем и показывает, что каждому должно оказывать Христу такую благодарность, как если бы он умер ради Него одного. И потому мы говорим, что да, это мы всегда знаем, что Господь вознес грехи всего мира, что Он умер за всех, ибо так возлюбил Бог мир всех живших, и до нас, и после нас, которые будут жить. Всех возлюбил Бог, ибо так возлюбил Бог мир. В этом слове «мир» заключены все люди, жившие на земле, и которые будут жить до пришествия второго. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И тут же говорится, чтобы всякий, каждый должен усвоить Его своим личным спасителем. Это важно, что за всех, но в это число всех я должен войти. Вот это должно быть осознано каждым, что Он твой личный спаситель. И вечная благодарность Богу должна быть за это. И потому, вот когда благодарение это в чем будет заключаться? В том, что ты будешь искать пути, как бы сузить этот путь входа в Царствие Небесное, чтобы подражать Ему, Его крестным мукам, чтобы сораспяться. В чем мы будем сораспинаться, если мы будем лицемерить, если мы будем думать о спасении тех, которые не хотят этого спасения? Да, мы должны думать о них, но если не хотят, ты насильно это не затащишь на небеса и себя погибнешь. И себя погубишь, если ты будешь о них думать. Да. Если они не хотят идти сюда. Тащить их действительно силой, то и себя погубишь. Вот что... и не надо тащить их, да. Нужно само идти. Потому что Бог дал свободную Надя, волю. Надя, ты слово, руку не подняла и бурчишь. Простите. Опять лезет из тебя. Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в законе, и умер до закона, то я не могу ничего сделать из закона, соблюдать из закона. Так что и эта самая жизнь чувственную плотскую мы имеем через веру во Христа, веру, оправдывающую нас и избавляющую от осуждения. Но воспользуешься этим благодеяниями только те, которые уверовали в Него. Так что держащийся закона показывает, что Христос не умер для Него. Как же ты не страшишься сего, но опять возвращаешься к закону, являя бесполезной для себя смерть Господа? И заметь выражение «предавшего себя ради Ариан». И последний стих 2 главы. «Не отвергая благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Если мы будем искать оправдание в законе, то Христос напрасно умер. После этих рассуждений он, наконец, заявляет: «Я не отвергаю дара Христова, которым он меня сподобил, оправдав меня без дел смертью своею и не прибегая к закону. Ибо если, говорит он, закон в состоянии спасать и оправдывать,
то Христос совершенно напрасно умер. Но Он, без сомнений, умер для того, чтобы спасти нас своей смертью, чего закон не в силах сделать. Если бы закон этот мог сделать, так зачем было бы тогда вообще пришествие Иисуса Христа? Зачем бы Его эта новая весть, благая весть? Зачем бы Его жертва тогда нужна была? А если закон спасает, излишняя смерть Христова. Видишь ли, к чему ведет такая хула? Вот такими словами заканчивается толкование второй главы послания апостола Павла Галатам. Последний стих это какой? 21 стих, последний. Угу. У кого есть вопросы, недоумения? Я думаю, что нет смысла начинать третью главу. Кто-то имеет другое мнение? Нет. Можно продолжить? Вопрос, пожалуйста. Вопрос. Там обед в больнице. Расскажите, со скольки до скольки обед. Ну, тихий час, как обычно, с двух до трех. Двух до трех. Да, после обеда сразу. Двух до трех. Там до двух трех поспишь. Там, в принципе, воскресные выходные дни, там это как бы не очень соблюдается. Заходить и выходить можно только так. Вполне можно. Вы хотите посетить? Вместе поедем, я же на работу вот и поеду. Вот приезжайте. Все возьмешь. Так, ну и не забывайте молиться и скажите братьям и сестрам, о рабе Сергии, о батюшке, о отце Иоанне, чтобы они все-таки заехали к ним, туда, в Воронеж. Да, чтобы они заехали, совершили это крещение, чтобы... Вот мне так хочется, чтобы они вместе, потому что... Ну, я не думаю, что потом это будет какая-то вот кто-то какая-то боязнь. Для них это будет великое, что они сделают. Они пока этого сами не осознают. На смертном обеде. Да, они не осознают. Я думаю, что это вообще как-то так не понять, почему они так. Да ну осознают про ничего, что они. Нет, я говорю до конца. Все равно не так. Ключевое слово до конца. Благодарим Бога. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова росчую, сущую Богородицу тебя величаем. Господь наш Бог, благодарим Тебя за этот чудный день, за братское общение с братьями и сестрами, за то, что Ты сподобил нас еще раз вкусить Слово Твое Святое, которое должно быть для каждого из нас слаще меда. Господи, прости нас, если в чем мы согрешили. Прости наше невоздержание. Научи нас истинной кротости и научи нас не лицемерить, чтобы совесть наша была чиста пред Тобою прежде всего. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Вы нас скажете, спасибо наше. Очень хорошо.